Студио «Бульвар 95» представляет. Французскому кинематографу прошлого века посвящается. Я жу тем свою страну, жу тем свою жену, жу тем жены подругу. Я французский президент, и весь мой парламент трепещет от испуга. Ем круассан, сплю с куртизан, вассал народа. Куа-куа-куа! Я горжусь своим Версаль, в России нет Мистраль, и в том моя заслуга. Я ламур весь мой народ, порой наоборот, и так всю жизнь по кругу. Жабу купи, бон аппетит, вассал народа. Доброе утро, месье Пьер Рошенко. Доброе утро, Софи. Вы ничего не замечаете? У вас опять новая грудь. Какой размер на этот раз? 6? 6S. Вам чай, кофе? Или может что-нибудь погорячее? Софи, у меня сегодня много работы. Давайте без этих ваших намеков. Кстати, как там дела у моей команды в новом правительстве? Софи. Министра МВД народ требует отправить в отставку. Глава Нацбанка объявила дефолт. А министр культуры послал Парижскую национальную оперу на гастроли. Ну, хоть одна хорошая новость. Кстати, куда он их послал? Если дословно, то... Да, и это первый рабочий день. Месье президент, в кабинете вас ожидает министр спорно. Министр чего? Простите, министр спорта. Месье Жерар, вы опять с самого утра уже пьете? Почему с самого утра? В Томске сейчас час дня. Жерар, ну ты же в курсе, скольких усилий мне стоило вывести тебя из России. Тем более вывести тебя из запоя. И что? Снова здорово! Да чё ты завёлся? Да потому что достали! Видите ли, Германия у них царица Евросоюза. А Франция так? Вуаля собачья! Ещё этот в Кремле. Моншер с горы. А Жириновский ему постоянно подпевает. Пардон, старый. А эти Лавров, Песков, Луи Моржовый. Вот уже где у меня сидят! Пьер, ну успокойся. Давай лучше выпьем. О. Жерар! Как они не могут все понять, что этот их нормандский формат его так не работает? Собрать бы их всех в кучу и навешать им всех дюселей. Так нет же, шершеляфак! И не маленький такой шершеляфак, огромный такой шершеляфакище! Да кому я все это рассказываю? Вот ты хотя бы в курсе, что вчера сборная Франции по футболу проиграла англичанам 0-5? 0-5? 0-5! Жалко, конечно, что проиграли. О, 0-5. Передашь победителю. Жерар! Значит так, даю тебе неделю, чтобы навел порядок в своем министерстве. В
конце концов, ты у нас в стране отвечаешь за спорт. За спорт. Месье Пьер Рошенко, у меня для вас две новости. Софи, вы мне уже рассказывали про эти две новости. Нет, это другие новости. Во-первых, с сегодняшнего дня у вас новая охрана. Во-вторых, вот ее начальник, месье Бельмондо. Софи, а не было охранника пошустрей? Софи, возьмите себя в руки. Займитесь делом. Если что, я у министра МВД в кабинете. Да, мой президент. Министр МВД, комиссар Жуваков. Да, гонят в отставку уже на второй день службы. Это хорошо. С прошлой работы выгнали на день раньше. Уходите. Все, уходите. До свидания. Да, мой генерал. Я вас слушаю. Господин комиссар, полиции необходима реформа. И я вам об этом говорил уже не раз. Что? Что вы говорите? Фантомас? Где? Где Фантомас? Я поймаю его. Где? Где Фантомас? А? Какой Фантомас? Я говорю, реформы! А, я в форме! Спасибо большое, очень хорошее, мне нравится. Месье Живаков, вы обещали посадить всех воров! А, подоить всех коров будет сделано, мой генерал. Посадить воров! А, посадить горох! Посадить горох! Я не знаю, зачем мы это нужно, но мы сделаем, все сделаем. Когда вы уже, наконец, посадите всех взяточников? А, вы предлагаете поиграть крестики-нолики на деньги? Может, лучше в очко, мой генерал? Какое очко? Я говорю, когда вы, наконец, поборете коррупционеров? А, я понял, это беременная, да? Это рука. А, сломать беременную руку. Да я что? Не знаю, зачем мне это нужно, но мы сделаем, господин генерал. Издевайтесь! Раздевайтесь! А, конечно, мой генерал, все сделаем. Сейчас я... Комиссар Жуваков! А! Берешь? Что вы говорили, мой генерал? Из-за вас охрип. А, охрип? Эти воды. Да, сию секунду, мой генерал, сию минуту.
Значит так, комиссар Жуваков. Да, мой генерал. Чтобы завтра же у вас работали молодые, красивые, с развитой интуицией полицейские. И главное, чтобы никто не брал взятки. А? Что? Позвольте спросить, мой генерал, а что мне делать с маленькими, лысыми, плюгавыми, но безумно талантливыми жандармами? Если вы имеете в виду себя и свою жену, то можете остаться. Спасибо, мой генерал. А в остальном, чтобы был порядок. Спасибо, в противном случае правительство обойдется без вас. Да, да. Что? Он сказал Фантомас? Где Фантомас? А, Фантомас, я найду тебя! А! Месье Пьер Лошенко, как хорошо, что вы пришли. Я как раз выбираю, что надеть на банкет в честь дня взятия Бастилии. Что скажете, лучше красное или черное? Мне все равно. Идите хоть голое. Будет исполнено, месье президент. Так, Софи. Да. Через 5 минут министра социальной политики и министра сельского хозяйства ко мне на ковер. Разговор будет жесткий. Вы говорите жесткий? Да. Тогда, может быть, не на ковер, а сразу на кровать? Софи, выполняйте распоряжение. Месье Леон, вы должны понимать, что из-за вашей политики страдает 66 миллионов французов. Точнее, 65 миллионов 999 тысяч 999 французов. Точнее, 65 миллионов 999... Короче, около 66 миллионов французов. А вы, министр сельского хозяйства, вы обещали мне убрать урожай. Да не вопрос. Для того, чтобы убрать урожай, мне надо фотографию урожая и аванс. Что за дурдом? Чем мы с вами здесь занимаемся? Вы хоть в курсе, что во Франции 10,5% безработных? Так давайте я округлю до 10. Не надо ничего округлять! Значит так, месье Леон, сейчас вы подпишете указ об улучшении социальных стандартов французов. Хорошо. Софи? О, Боже! Софи, вы совершенно голая. Но вы же сами приказали мне так ходить. Не то имел в виду. Софи, значит, срочно соберите в парламенте все фракции и ради бога накиньте на себя что-нибудь. Пардон. Господа депутаты, коллеги, мэр Гельмужик. Господа депутаты, я собрал вас сегодня для того, чтобы сообщить, что с сегодняшнего дня мы будем жить совершенно по-другому. Я издал указ о снятии неприкосновенности с депутатов и снятии всех льгот.
прекратите вы уже, наконец! И вы прекратите! Ну как вы не понимаете, что будет только лучше? Кому лучше? Месье Леон подготовил специальный социальный пакет. Месье Леон, представьте, пожалуйста, ваш пакет. Месье Леон, что вы делаете? Ну, это не тот пакет. Я не это имел в виду. Но вы же можете быть нормальным человеком, месье Леон. Могу. Специально для спящих депутатов я приготовил подарок. Вот эту подушку. Месье Леон, остановитесь. Не надо никого убивать. Ну, если человек виноват, ну, его надо арестовать, а потом судить. Ну, в конце концов, для чего у нас существует новая полиция? Месье Жуваков, представьте, пожалуйста, новую полицию. Господин комиссар. Да, мой генерал. Кто это? Финалисты шоу «Франция имеет талант»? Нет, мой генерал, это наша новая полиция, как вы и просили. Красивые, молодые, с развитой интуицией и, самое главное, не берут взяток. Тихо, тихо. Господин комиссар. Иди сюда, господин комиссар. За мной. Господа депутаты, зато со спортом у нас полный порядок. Заходим, господа, заходим. Не стесняемся. Быстрее, сильнее и выше. О, как-то так. Ведь мы ж спортсмены. Жерар, что это за сброд? Как? Новый Олимпийский комитет. Лучшие физруки Парижа. И один трудовик. Господа, господа, а ведь из-за таких, как они, нас, французов, называют лягушатниками. Да, вот именно! Да! Да, да, из-за таких, как они, из-за таких, как вы, из-за таких, как я, лягушатники. А вы знаете, чем отличается француз от лягушатника? А я вам объясню. Дюма, Кусто, Виктор Гюго. Они кто? Французы. Французы. А Наполеон кто? Лягушатник. Или вот сборная Франции по футболу. Кто выиграл чемпионат мира в 98-м? Французы. А в 2006-м финал кто проиграл? Лягушатник. Правильно. России Мистрали кто продавал? Лягушатник. А не продал кто? Французы. Мы оцениваем друг друга по победам, а не удачам. Лягушатники французы, лягушатники французы. Мы только пришли к власти. И может быть у нас многое не получается. Но не надо. Не надо нас оценивать по лягушачьи. Ну и любить по-французски нас не нужно. Просто относитесь к нам по-человечески. Президент, мой гарант. Бельмондо, пошел он! Мне не нужна охрана!
Ах! Ах! Ах!